Что дают сегодня на обед? Фаршированного дельфина. Крокодил. Обычное меню, что ли? Ну расскажи. Мы собираемся идти туда. Мне надо работать, извини. Начинается. Поздравляем с днем рождения Дурдыева Рустама Акиевича. Мы его вчера поздравляли. А вы его вчера поздравляли? Конечно. А меня вчера не было, то думаю, я его сегодня поздравляю. Если подходить к работе с позиции, а вдруг накосячим, то лучше вообще ничего не делать. Нет. Он пусть подходит, но вдруг на косячем это будет на складе, когда будет кому-то надо в вакууме, а тебе придут без вакуума. Ну, да. Вот это будет косяк реальный. А почему у тебя Нижний Новгород так прошел? Да. Ну, подойди, подойдешь, я тебе покажу, как. Это 400 грамм. Это 400 грамм. Просто предложить несколько вариантов. Ну, 330, сделать, это, блин, это вот так вот, чуть-чуть, вот, вот тут минус вот столько же. Придется 10 командировки. А чем он плох? Вот он такой же. Да он не 330, не может быть. Но вот это не 70 грамм, это почти пол батона отрезано. Под Дмитровым. Ну, где-то там под Дмитровым есть одно местечко. Кого? Травами какими-то дают. Зачем пахнет? Холодцом пахнет. Угу, точно. Вкусно готовишь. Тебе нравится или нет, или с чем-то ты недоволен? Нравится вообще супер. Бордовая. Прозрачная. Не надо прозрачного. Знаешь, зато это будет тоннаж. Тоннаж, лучше тоннаж за 180, чем за 217. 200 рублей, хорошо. 28 тонн. Делим на 119. Средним на точку 235. А уменьшим 66 500, делим на 194. 342, а там 330. Например, у нас сейчас новая ветчина есть, но по качеству, да, как Милана, и упакована так же. Большая упаковка у нее. По кило 200, там вот так где-то, по 1,5 килограмма. Премиум класса. Да, 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 да. Самая вкусненькая, да. Ну, надо предложить ее. И цена на нее очень хорошая. Цена очень хорошая на нее. Мы делали большую партию сейчас. Ну, для поставщиков, для наших. Давай. Я пришел туда, у меня мышка потерялась. Я не могу мышку найти. То есть он вообще не реагирует. Я вот включил, и вот он синий экран выкинул у меня и повис. Сейчас попытаюсь еще раз. Он, как и я, все ближе к пенсии. Чем дальше, тем больше проблем.